каждый старый Новый год у театров республики есть одна традиция. Они собираются вместе и устраивают капустник. Под крышей одного театра встретились артисты, художественные руководители, директора, работники театров, ветераны сцены. Казалось бы, на вечеринке все как обычно. На сцене выступают артисты. Но если приглядеться, то можно заметить, в зале нет посторонних зрителей. Это закрытая вечеринка, где актеры выступают перед актерами. Старый Новый год – единственный день в году, когда театралы не ждут строгой оценки зрителей. Когда все люди отдыхают, празднуют, мы работаем. Для нас, поэтому Старый Новый год, он особенный. С праздником вас! С новым 2014 годом! Годом культуры! Праздник этого года особенный. Союз театральных деятелей Чувашской республики отмечает 70-летие. В честь юбилейной даты лучшим работникам вручили почетные грамоты. Театр – это то, что дает человеку дышать воздухом искусства. Драматическое искусство, оно не умрет. И мы, когда собираемся в эти дни, мы очень ценим эти дни, потому что мы видим всех, мы видим изменения, мы видим молодежь, которая пришла, мы видим ветеранов, которые помнят нашу жизнь в свое время. И этот обмен, я считаю, очень важен. Во время капустника артисты шутили и развлекали сами себя. Сюда они приходят, как говорится, себя показать и на других посмотреть. Первыми на сцену вышли представители театра оперы и балета.